Здравствуйте, с вами Светлана. И сегодня я хочу показать вам свою организацию и хранение моего текстиля. Полотенце, постельное белье. Многие меня просили, я как-то все откладывала, а сегодня выходной у меня, и я вместе с вами, а вы со мной. Итак, хранится у меня постельное белье и весь текстиль в комоде. Комод Икея, цвет Венгер. У меня дизайн такой, что мебель у меня цвет Венгер, а все детали интерьера у меня белого цвета. Черный с белым хорошо гармонирует. Итак, первый ящик. Это ящик для хранения полотенец. Здесь полотенце у меня для гостей. Когда приходят или приезжают гости, я уже знаю, что нигде не выбирать ничего, а здесь лежат полотенца для гостей. К примеру, банные полотенца, они постоянно здесь, гости приехали, знают, что взять здесь можно, уехали, я все в прачечную постирала и сюда разложила. На улице щебечут птицы, балкон открыт, и птицы поют. Ванные полотенца, две штуки. Затем для ног полотенца. Покажу, как я сворачиваю их. Хранятся у меня для ног полотенца вот в таком кофре. Кофры можно купить везде, но я покупала в нашем любимом магазине. Многие догадались. В фикс-прайсе. Два полотенца для гостей. Затем также кофр. Давайте я его достану и покажу, что за кофр. Также из той же тематики, что и для полотенца для ног, кофр для полотенец для лица, для ног, для интимной гигиены. Также покажу, как я сворачиваю их. Все легко и просто. Организация простая, но очень удобная. И вот так вот входит этот кофр. Гости приехали, я выдала. Следующий ящик. Это также текстиль. И текстиль это уже наши домашние. Текстиль для дома, для нашей семьи. Кофр мужской. Здесь полотенце для мужчин. Полотенце для рук. Полотенце для лица. И интимные полотенца. Покажу, как свернула я их. Очень удобно. Следующий кофр идет такой же. Полотенце. Вот кофр. Очень удобные, кстати. Полотенца женские. Полотенце для лица. И полотенце для рук. Тематика женская, нежная, приятная. Покажу, как свернула. Затем такой же кофр. И тоже здесь лежат два полотенца для ног. Третье полотенце в ванной комнате. Ну, наверное, не буду показывать, как я их сворачивала, потому что я уже показывала, как для гостей я сворачивала. Полотенца, кстати, очень приятные. Заказывала ивановский текстиль. Затем для ванной два полотенца женские. Также сворачивала, по-моему, как и для лица. Затем
два полотенца мужских, бирюзовый и синий. Также все ивановский текстиль. Меня устраивает этот текстиль. Полотенца после стирки мягкие. Вот если вы обратите внимание, то ворс мягкий-мягкий, приятный. И рядышком лежат полотенца. Ну так, про запас, на всякий случай что-то. И, кстати, сворачивала обычно, без затей. И свернула рулетиком. Следующий шкафчик будет постельное белье. Полотенце для гостей я сворачивала незатейливо. Полотенце. И сворачиваем с одной стороны полосочку и с другой стороны на нее полосочку. Складываю пополам. А затем сворачиваю в рулетик. И ставлю в кофр. Я называю такой способ сворачивания полотенца розочка. Мне напоминает она розочку. Следующее полотенце. У меня есть видео, как я сворачиваю полотенце. Возможно, это не новый способ, но я им пользуюсь давно и постоянно, и люблю его. Уголок на себя. Получается треугольник. Подтягиваю к себе край. Переворачиваю от себя, чтобы уголок смотрел от себя. Затем край подтягиваю к уголку. Сворачиваю рулетиком. И хвостик остается, я его заправляю в складочку. Мне нравится, удобно ставить или ложить, никогда не развернется ваше полотенчико, ваш рулетик. Также полотенце, которое хранится в кофре для ног. У меня я сворачиваю кармашком. Полотенце для ног. Здесь две лапочки такие. Полотенце-коврик, он толстенький, поэтому мы сворачиваем его по-другому. Подтягиваем уголочек, сворачиваем. Переворачиваем, сворачиваем, сюда уголочек и сюда уголочек. И один уголочек заправляем в кармашек. Вот так вот мы свернули полотенце. И красиво, и удобно. Убираем в кофр и в ящичек и гостям, и в свой ящичек. Я так убираю. Покажу, как я складываю постельное белье, которое находится у меня в том же комоде. Постельное белье у меня состоит из пододеяльник, две наволочки и простынь. Пододеяльник складываю. Раз, два, три. В три раза. Так как он у меня большой, складываю в четвертый раз. И пополам пятый раз. Кладу на простынку. На пододеяльник кладу две наволочки. А затем просто-напросто пеленую. С одной стороны завернула. С другой стороны завернула, подтянула к себе и в кармашек, который образовался, убрала краешек. Вот так получилось мое постельное белье.
Здесь находится и пододеяльник, и простынь, и две наволочки. И кармашек, который не развернется. В этом ящике хранятся у меня постельное белье. Только постельное белье и только наше с мужем. Потому что детское белье в комнате у детей. Комплекты у меня преимущественно ивановского текстиля. Почему? Потому что я уже давно там покупаю и не разочаровалась. А менять, допустим, хороший текстиль на неизвестный я не буду. У нас в России ивановский славится. И кто бы что бы там ни писал, я буду его покупать. Он, вот смотрите, здесь уже постельное белье, которое я, естественно, в употреблении, я его стираю. Цвет как был, так и не изменился. Ничего не село, ничего не разлезлось. И строчки как были, так и есть. Мои любимые строчки. Вот, поэтому все как было, так и есть. Пользуюсь только ивановским текстилем. Считаю, что кто плохо пишет о ивановском текстиле, его, скорее всего, не заказывал. Вот, у меня здесь в употреблении 3 комплекта. Потом у меня еще 3 гостевых и детские. Ну, там уже комод в детской комнате. Вот так вот я храню. И я не считаю, что-то у меня лучше всех или хуже всех. Но я так, и мне так удобно. Я надеюсь, вы напишите, кто-то, может быть, как я складываю, убираю, храню. Возможно, у кого-то свои, кто по-другому делает. С вами была Светлана. Пока-пока и до новых встреч!